Боюсь я более всего себя. В любви к Иисусу не остыть билетом. Особенно, когда враги следят. По проповеди бьют слепым дуплетом. Боюсь ни бури, ни такое видел. Войти вдруг в заводь, в староверческую ряску. На дне оглохнуть среди застывших мидий. Страшиться обличения, то есть стряски. Не дай, не приведи к тому Господь. Не выносу щадящий запах свечки. Не слишком кучно ли легла заряда дробь? От обличений путь похож на млечный. Страшусь воистину хоть малость попуститься, в смертельной схватке не дожать врага. Свой караван мне довести бы в пристань, пока хозяин не запрет врата. Изменники, горластые сутяги, которых из ладони я кормил, они же вылезли с такой протухшей бякой, что белый свет покажется немил. Не их страшусь, за тех, кто им внимает. Крениться начинает знак крушения. Враг до трусов разденет и до майки. Их доводы сосватает и женит. Не темноты боюсь, за тех, кто взлет и мнит. И охорашивается до одной пылинки. Не устоять им против наших книг с библейскую курсиво-жирной начинкой. Страшится ли того, что мир страшится, войны, болезней, бедности и плена, тоталитарных сект, коммун, фашистов, с маразмом околелый лезет Ленин? Не огорчать бы Бога несмирением, ограду заповедь не перелезть тайком. Стерильности превыше Христова брения, прожаривает словом кипятком. 7 декабря 2004 года.